153 серия, Мурманск, Магадан. В этой серии будет пройдено 77 километров. Или, по крайней мере, требует его перегонщика. Движение на восток, короче. Титрами и стрелкой буду показывать населенные пункты, которые отмечены на карте. Тогда будете представлять... Ну, их немного. В каком примерно состоянии... А также, наверное, и небольшие реки и ручьи, которые попадутся на трассе. Теперь комментарии. Саша Горохов написал, можно и вторую дорожку, но чтобы не накладывалось на первую. И название населенных пунктов рек, которые проезжали голосом или титрами, а то таблички, походу, плохо видно. Стоп-кадр нажимать не хочется. Название трассы внизу картинки это плюс. Ну, я только что сказал, что продолжу титрами и стрелками накладывать информацию, потому что аудиоинформация это крайне сложно на видео искать эти места и вставлять аудиокомментарии. Так что это пожелание выполню. Сергей Трошин. Байкал мы так и не увидели. В Танхое есть музей паромной переправы и вид Байкала с мыса. Вы же по России ехали, а видим мы только асфальт. Значит, отвечаю. В описании видео указано, что информация о состоянии дорожного полотна и инфраструктуре. Это основная информация, которая... которую дает видео. Повторю, что во время движения съемка велась как на фронтальный передний видеорегистратор, так и на боковой. Периодически даже съемку вел на два боковых видеорегистратора, потому что та панорама, которая открывалась, это... проехать и не заснять, это я считал преступлением. Так, ну а Байкал, на обратном пути я остановлюсь на привал, на ночевку на Байкале у маяка. Так что вы сможете посмотреть на это великолепное место. Кстати, на Байкале во время привала я не выключил видеорегистратор. Оставил его в режиме съемки. Ну, режим съемки был на парковке, то есть ускоренная съемка такая будет. И снималась до тех пор, пока лобовое стекло не запотело. Ночью было холодно. Ну и там же я снял на боковую камеру Байкал. Перед... началом, как начать размещать видео, я сделал анонс, где поинтересовался у подписчиков, как лучше сделать, чередовать фронтальную камеру и боковую камеру, вот, или же сначала разместить видео фронтальной камерой, а затем уже отдельным сериалом боковую. Было порекомендовано лучше сначала фронтальную, ну а отдельным сериалом это вид на боковой видеорегистратор. Ну там тоже будет серий, ну, не очень много, ну порядка, может быть, 100 серий там наберется, но не меньше. Так, теперь Владимир Сухарин написал. Уважаемый автор, меня как пенсионера, читать дальше не буду. Уважаемый Владимир Сухарин, этот ресурс предназначен, имеет назначение как справочно-информационный ресурс о состоянии дорожного полотна и инфраструктуры. А экономические проблемы или политические, это... дискуссия, ну, наверное, в другом месте будет к месту.
Так. Ну вот, вроде бы и все к этому моменту. Смотрите видео, я начинаю формирование 154 серии. Зеркало заднего вида, наблюдаю, как потихоньку догоняет меня такой же деятель, как вот сейчас идет впереди. Вот 5.1. Так, небольшая статистика. Пройдено 57 минут в движении, средняя скорость 76, 5,1 литра на 100 километров, запас хода 700 километров. Затяжные спуски, затяжные подъемы, но встречная полоса имеет вот это, две полосы, вернее, для обгона, не на подъем. Мы идем на спуск. Так, начинает пробиваться солнце. Что будем ловить солнце в лицо. Вот начинается подъем, начинаются две полосы. Вот здесь можно беспроблемно уступить дорогу и обогнать, например, меня. Скорость там 86 на спидометре. Какая реальная, не знаю. Так, на видеорегистраторе 82 показывает. Ну давай, догоняй, догоняй, скорее. Вот, обходит меня, по-моему, Audi, а нет, Kia.
сфотографировать. Кофе. Остановка запрещена. Хабаровск. Сколько там до Хабаровска? 1000 дней, наверное, осталось. Если местное время 9:25, то солнце уже поднялось довольно-таки высоко. И на
надеюсь, засветки не будет. Я имею в виду качество видео. Деревья уже в полном разгаре, желтеют. Художники, анималисты, где вы? Давайте срочно все вот в этот регион посмотрите на фантастические пейзажи. И слева, и справа все в тумане, все в облаках. Чего можно на таких поворотах, на перекрестках съехать и отдохнуть, поспать. Затяжной спуск. Я думаю, тут меньше 120 не ходит никто.
для отдыха с левой стороны. Вполне цивилизованно. И туалет, и беседка, и стаканы, чтобы посмотреть на двигатель, на ходовую. Я думаю, что туман вытворяет с ландшафтом, это вообще фантастика. Поэтому студентов художественных вузов, ну, там, где обучают мастерство художника, нужно обязательно побывать вот в таких местах. На улице 14,5. Температура наружного воздуха 14,5 градусов. Войдем мы в эту облачность или нет? Пока на подъем показывает. Хотя ощущение плюсами. Было бы 5, если бы оно еще и не бросало немного. А то есть небольшая трясучка. Видите, как машину встречную бросает от неровности полотна. Ну все, мы достигли облачности, вот тумана. Туман или облачность, трудно сказать. Ехали в низине, облака были наверху. Поднялись наверх. Едем как в тумане. Все довольно-таки плотный, должен сказать.
есть. Оба-на. Видимость вообще. Даже этот обгонять опасается. На хвосте сидит. Стороне положили полотно, у них еще нет. Старая методика, блин, что машины разнесут гудрон по трассе. Сейчас остановлюсь, рассмотрю.
вроде бы рассеивается, видимость улучшается, уже метров 100. Твою мать, что ты творишь, блин? Козёл. Вот гадёныш пошёл на обгон, не видя. Которая только что произошла несколько минут назад. Значит, я видел в зеркало заднего вида, на хвосте сидел джип и чуть поодаль нагонял второй джип. Видимость, сами видите, никакая, но стала немножко улучшаться. Идущий за мной джип
никакой попытки обогнать не делал. А тот, который нагонял, не останавливаясь, пошел на обогнал следующий за мной автомобиль. В этот момент встречка в тумане. Водитель встречного автомобиля замигал дальним светом. Что делать? Но я видел, когда он пошел на обгон, я стал притормаживать, чтобы дать возможность ему быстрее обогнать и как можно меньше времени двигаться по встречной полосе. Вот такие вот ситуации, конечно, очень неприятные, опасные. Главное, обогнал, ушел, даже не извинился. Просадки, о которых я уже говорил сегодня.
подростки молоденькие.
ляпом выкусил мудроном или нет. Странно ведет себя Яндекс.Навигатор. А, ну нет связи. Временами появляется, временами исчезает. Связь с интернетом Мегатон. Просто трек обычно высвечивается зеленым цветом. А здесь серого цвета.
нет, у меня справа что-то есть. А мне нужен пятачок, чтобы проверить автомобиль. Гляну сейчас на кузов и поедем.